замечательно, может, голову ребят. Доброе утро. Доброе. Представьтесь, пожалуйста. Я Васильева Екатерина. А вы откуда? С города Чебоксар. Вчера в нашей клинике вы сделали коррекцию зрения. Да. Больно было? Ну, были неприятные ощущения, а так нет. Неприятные ощущения во время коррекции, да, или после нее? Во время. Я просто сама по себе такой человек. А, боялись его? Да. Переживали? Максимально. Так в итоге все-таки как прошло все? Хотя так не больно, и все быстро, замечательно. А вот после операции это были неприятные ощущения у вас? Ну, не было прям таких значительных. То есть все легко прошло? Да. А сам эффект? Довольный? Да, прям вижу, не верится, как будто бы ничего не... Ну, не привыкла к этому. Как будто бы в линзах, не знаю, в очках, что ли. Так у вас было зрение до коррекции? -4. Доктор, а сегодня? 100%. То есть единичка к вам вернулась? Да. И давно вы последний раз так видели? Да, давно. С класса 1-2. То есть вот оно в детстве вернулось? Угу. Новая жизнь? Угу. Очки можно докинуть? Да. Вы так не радуетесь этому или просто стесняетесь? Нет, да, стесняюсь. Для тех, кто боится сделать операцию, что вы им посоветуете? Не надо бояться, нужно идти и делать. Ясно. Спасибо большое.